Никита Богдашин начал заниматься хоккеем с детства. В 7 лет отец привел его в спортивную школу. Уроженец Архангельска играл в юниорской хоккейной лиге за команду «Саров» 2003. Также в послужном списке спортсмена выступления за Вологодский и Смоленские коллективы. Хоккеист провел 7 сезонов за 3 команды. В этом году он повесил коньки на гвоздь и вернулся в «Саров», чтобы воспитывать детей. Идея стать хоккейным тренером пришла к Никите давно. Ну, как идея пришла, я учусь, получается, на тренера-преподавателя по хоккею, то есть я уже заканчивал университет, поэтому я с самого начала хотел тренировать, когда еще даже играл сам, поэтому горю этим. Никита – главный тренер детей 2015 года рождения. Помимо этого, он также является помощником первого тренера команды 2010 года рождения. У молодого специалиста уже есть первые успехи. В качестве помощника тренера он принял участие в турнире в Ардатове, где саровская команда завоевала серебро, уступив только сверстникам из Нижнего Новгорода. Для Никиты Богдашина работа в Сарове – первый тренерский опыт. И ожидания от нового вызова – самые позитивные. Сезон покажет. Надеюсь, что все будет хорошо. Будем стараться работать. Новый тренер пока что только знакомится со своей командой. А тем временем в спортивной школе нашего города открыт набор в секцию хоккей с шайбой. Справки по телефону 626-22. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.